Антон. Он это не человек. Он из Тониши. Ты посмотри просто. Какие твари этот Тарасов. С травмой, не в сборной, не в команде. Ну да, с контрактом, но мы с тобой уже это обсудили. Его могут аннулировать. И часть этого контракта, вот это моя уверенность, не то что на 100%, а больше, чем на 100%, это 100% твоя заслуга.